Девчонки, всем привет! Сегодня будет видео для вас. Это будет более вам интересно. В общем, решила сегодня показать, с каким платьем я ношу эти большие сандали. Именно летнее платье. Мне интересовались показать именно то, что видели только на фотографии. И более подробнее хотелось бы увидеть именно в кадре то, что с какими сандалями. В общем, какое платье ношу именно. Действительно, оно ли я говорю, да, вот это платье. Потом идет, поближе сейчас подойду. Такое вот у меня украшение. Здесь на руке тоже украшение массивное. Такие вот, в общем, детали. И чтобы больше подходило к таким сандалям массивным, массивное такое одно украшение. Маникюрчик обязательно, педикюр тоже сделан. И, кстати, эти сандали я всегда стараюсь надевать именно с капроновым носочком. Не бойтесь то, что капроновый носок будет виден, потому что сейчас это тренд сезона. Не только даже из сезона, вообще сейчас тренд. Это рассказывал, это не из своей головы я взяла, это рассказывал в телеграме Александр Рогов, стилист. И как бы я до этого носила именно так, мне нравилось. А то, что так сейчас еще модно, именно носок, что если капроновый видно, то мне еще вдвойне даже приятнее то, что именно так, оказывается, еще и модно носить. Так, с какими сумками это платье я буду? Сначала я вам еще аксессуар. Можно очки, конечно, изменить, но у меня все равно вот такие вот будут. И, в общем, вот так вот будет выглядеть. Прическа, кстати, изменилась. Название не знаю, потому что я по картинке искала в интернете. У меня, в общем, мой парикмахер стригла. Так, какую сумку? Можно вот такую вот маленькую малышку. Допустим, я ее беру, когда я видео не снимаю. Потому что там очень маленькое отверстие для телефона положить. И некуда положить, в общем-то, селфи-палку. Вот. А так она, в принципе, как малышка, меня она устраивает. И ее можно даже так носить. В общем, ну это будет, конечно, неудобно. Лучше вот так вот носить, и будет покрасивее. Вот. Здесь у меня, кстати, принт бабочки, здесь камушки, а бабочки нарисованы. В общем, рисунок при стирке не стирается. Платье, по-моему, хлопок смешан с чем-то, я не помню. В общем, так, не знаю, вот, вот так вот видно. Решила вам так вот заснять, буду ходить, показывать. Как смогла, так установила видеокамеру на телефон. Так, следующее. И вот более массивная такая сумка, вот белая, ее тоже можно сочетать именно с этим платьем, так как здесь у нас есть массивный браслет, и босоножки у нас тоже массивные, такие сандали. А сейчас, кстати, они тоже в тренде, сейчас очень модно такие высокие сандали, они легкие очень. Ну, это, в общем, каждому свое. Я попробую, мне понравилось носить. В общем, такую сумку, в общем, тоже очень хорошо будет она смотреться. У меня поначалу была только та маленькая сумка, потом появилась такая. И вот, в общем, тоже будет очень хорошо смотреться. Так, и встану вот сюда, чтобы более подробнее было видно. Фотографию вставлю в видео, не в видео, а, в общем, в картинках, там, на заставке. Именно с другой прической у меня есть, просто мне сейчас не сделать такую. Возможно, потом, уже когда на природе буду, сейчас очень холодно, еще в таком платье не хожу. На улице как будто не май месяц, а апрель. Вот, очень холодно у нас. Ну, в общем, я дождусь тепла и буду вот так ходить, сфотографирую потом. И буду на видео где-нибудь поставлю, вы увидите.
такой же прической, но сейчас на данный момент я поставлю с другой прической, какая у меня раньше была. И фотография, по-моему, в Царицыно у меня. В общем, и там более подробно, у меня где-то просто девчонки видели. И, в общем-то, запросили такой запрос, я решила вам показать. Платье, кстати, вообще не мнется так сильно, потом в нем не жарко. Кстати, сзади еще у меня есть такой, в общем, небольшой прорез. Забыла, как он правильно называется. В общем, ну не важно, поняли. Вот. В общем, в нем не жарко, не потею. В общем, просто супер удобное, к телу приятное, мягкое. Вот. И вот такой вот образ у меня с платьем летним получается. Если, допустим, немножко похолодало, вот, либо вот так вот, если одеться, вот сейчас даже, можно накинуть, думаю, даже кардиган черный. Но я как бы не пробовала именно с таким образом кардиган черный. В общем-то, потому что все-таки это как-то вот на лето у меня образ. Уже я как-то раньше собрала. В общем, ну все. Было видео по запросу. И в целом, короче, в общем, когда очки, так вот, и, допустим, такая сумка, это уже на ваш вкус. Допустим, можно сочетать с такой сумкой. Показываю это не по хвасту, это просто для тех, кому, девчонкам, нужно узнать, как это будет выглядеть, допустим, с таким платьем, а такие вот именно сандали на высоком. И по поводу более подробно уже рассказала на носочков, которые, ну, что, если торчат, за это не переживайте, сейчас это модно. Вот. И самое главное, к телу подобрать такое, чтобы не сильно выделялись, в общем, с телом, чтобы они как бы сливаются, у меня светлые такие, и, в общем-то, красиво смотрится. В общем, надеюсь, это видео было интересно и полезно. Кому интересно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь обязательно на мой канал. Так, и буду рада. Пишите ваши комментарии. Давно уже никто не пишет что-то мне комментарии под видео. Вот. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!